видим, что кое-как у нас велоинфраструктура развивается, у нас появляются велополосы, велодорожки, но тем не менее в нашем городе присутствует такое понятие почему-то, как сезонность. У транспорта нет сезонности, велосипед — это транспорт, и задача велопарада — показать, что общество сформировало свой запрос на поддержание чистоты и содержание велоинфраструктуры в хорошем виде. Больше 2000 участников сегодня было, по официальным данным. Это очень здорово, несмотря на то, что сейчас снег и дороги не убраны. Люди приехали к нам из своих домов на велосипедах и показали то, что нет никаких преград для езды зимой на велосипеде. Мы участвовали в осеннем параде, будем участвовать еще и в весеннем параде. Поэтому погода сегодня способствует. Это наш второй велопарад. И надеемся, что мы каждый велопарад будем посещать. При большом желании общественность может повлиять на все. Вопрос в объеме и количестве этой общественности. Сейчас прошел 6-й международный зимний велоконгресс, куда мы позвали более 150 международных спикеров. Нету единой сейчас общей транспортной сети, просто потому что нет таковой задачи. Мы изъявляем желание показать, что запрос есть. Чем больше людей будут показывать, что запрос есть, писать письма, писать в префектуры, просить установить велопарковки, просить поддерживать велополосы в хорошем состоянии, быть не безразличными, тем выше шансов у нас что-то изменить в ближайшее будущее. Infrastructure, but there's this many people biking, and it really warms my heart to see so many people. It's amazing to see these people